Подарок. Это моя невеста. Барин, а товарищ через заднее крыльцо, да? Лазарева через заднее крыльцо. Я знаю, что в Америке посадили. Вы знаете, кто мы родственницы? Это моя внучка. Уже? Вот счастливый человек. Внучку имеет. А то стоите так скромно вы. И написано бриллианты. Да. Во. Там люди ходят за диван. А ты Костя? На меня, пожалуйста. Я здесь. Ура. Достался. Она... Пробу сняла. Абсолютно же сняла. Да какая проба-то вся? Она преодолела стеснение. Она очень гармонична. Да ты что? Но... Меня, а? И Васик, я ее называю, но я не сейчас. Ты представитель книги рекордов Гиннесса, которые обязательно должны взять ее в следующее издание книги. И когда книга выйдет, я думаю, что эта картина стоимости ее смело дорастет до миллиона долларов. Это уникальное событие для искусства вообще, потому что технологи придумали способ, каким образом писать золото, потому что раньше это было невозможно. И еще и так писать, чтобы такие картины переживали века и оставались потом в музеях. Кто знает, ведь это первая картина такого рода. И к тому же художница пообещала нам, что на следующий год мы сделаем презентацию ее произведения, которое будет уже включать в себя не только золотую краску, но еще и драгоценные камни и жемчуг. Это будет вообще очень красиво. Второй Климт родился.